you are not complex, I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again, I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me, I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и сегодня со мной Аленка-бандитка. Аленка, поздоровайся. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас будет серия с Аленкой. Хочу сразу сказать то, что, блин, чуваки, вы много хейтите насчет этого пода, как бы, да, много лайков, но и много дизлайков было. Типа, ой, ты украл идею Ди Лоренци, как бы, я в предыдущем видео говорил о том, что, как бы, блин, я говорил то, что я взял эту идею сам, я думаю, вы сами догадались, у кого я эту идею взял. Не один я снимаю такое, понимаете, не один я снимаю, как бы, не нужно меня хейтить, ёпта. Вы только там написали, типа, Ди Лоренци украл и так далее. Блин, я думаю, вы сами догадались, у кого эту идею взял. Но он это делает в Сампе, я это делаю в КРМП. Это разные вещи. И как бы много людей уже пародируют это в Сампе тоже. Лор там и так далее. И если так посмотреть, посмотрите, зайдите на канал Федичу. Он еще в 2015 году играл за девушку, как бы, ну. Поэтому все нормально, никто никого не воровал, чуваки. Как бы, да, идею я взял, но я это делаю в КРМП, не в Сампе, так что не нужно мне хейтить. Ну что ж, сегодня, думаю, нашей Аленке нужно переодеться, потому что, ну, так выглядеть ей не нужно. Тем более, думаю, вы хейтите, и вас бесит ее внешний вид из-за того, что она похожа на Оксанку-хулиганку. Но сегодня мы это исправим. Ну что ж, погнали. Итак, нашей Аленке нужно доехать до магазина одежды. Ну, возьмем желтый скутер. Кстати, онлайн, вот мой ник, ее точнее ник, это Аленки ник, Аленка бандитка. Запомни этот ник, Аленка будет играть только на третьем сервере Amazing Roleplay. И под ником Кирилл Путбуль я буду играть только на первом сервере, так что не ведитесь на обманщиков. Будьте добры. Так, давайте заводимся и поехали. Купим нашей Аленке новый прикид, чтобы она стала самой красивой девушкой области. Ну что ж, наша Аленка уже почти доехала до магазина одежды, где она сможет себе приобрести какую-то одежду. Потому что она в этом приехала в области, думаю, ей стоит изменить свой имидж. Поэтому она направляется в магазин одежды. Так, давайте здесь остановимся. И пошлите, посмотрим, что же подойдет нашей Аленке. Честно говоря, даже ни разу не видел женские скины. Вот, так. Сколько у нас денег получается? 490 тысяч. Хорошо. Блин, грех вот такой скин не взять на самом деле. Так. Сейчас посмотрим, какая тут одежда есть вообще, по сути. Как бы. Но думаю, то скин, какой я перед этим смотрел, он будет. Аленка у нас в таких скинах ходить не будет, вот таких. Наша Аленка порядочная девочка, поэтому она будет ходить в хорошей одежде. Нет, нет, это все не для нее. Нужно ей какую-то очень красивую одежду купить. Я уже знаю даже какую. Нет, не эту. Заманчиво, но нет. У нас будет такая скромная, но красивая очень девушка. Самая красивая девушка области у нас будет. Я надеюсь на это. Ну, надеюсь, наша Аленка не будет такой. Ну его нафиг. Так, ты такой тоже. О, господи. Так. 30 тысяч, блин. Я не думал, что только скинов есть для девушек. О, вот какой я хочу купить скин, самый дорогой. Для нашей Аленки все самое лучшее. Ну что ж, покупаем. Вот теперь наша Аленка стала еще красивее. Вот такой вот теперь она будет у нас красивой. Думаю, вам это понравится, в принципе. Она теперь стала много красивее, очень красивой, и думаю, вы это оцените. Так, у Аленки пропал скутер, и она бежит за новым. Теперь вот так она будет всегда выглядеть, потому что это ее будет окончательный вариант, по-другому теперь она выглядеть не будет.
она будет теперь в этой одежде, как бы, ну, в этом скине будет всегда теперь. Но думаю, очень даже красивая. Получилась у нас Аленка теперь самая красивая девушка области просто. И это факт. Итак, наша Аленка приехала в город Южный, чтобы сыграть в казино. Да, у нас Аленка такая. Именно такая. Давайте зайдем. И вот какой-то придурок мешает зайти. Давайте напишем на него в репорт. MM203 помеха. Думаю, админы разберутся, в принципе. Чувак, конечно, встал. Но Аленка бы ему показала, где здесь раки зимуют. Спасибо. Наша Аленка зашла. И она хочет поиграть. Так. Аленка, давай покажи им, кто здесь мужик. Так, давайте дайс. 168. 50 тысяч. Давай на 50 тысяч, Аленка. Давай, Аленочка, ты можешь. Рыбка моя. Так, что не хочешь? Что-то на 50 писал. Андрейка. Андрейка, 91 на 50. Ай, мы проиграли. Точнее, Аленка наша проиграла. Ну, в принципе, ладно. Ну, теперь она выиграла. Давай, Аленка, тащи. Ничья. Давайте. Наша Аленка принимает все ставки. Молодец, Аленка. Ничья. 100 тысяч. Проиграла наша Аленка. 100 тысяч, но думаю, в этом ничего нету страшного. 10 тысяч тоже она проигрывает. Ну что ж, давайте кинем, наверное, на 100 тысяч, наверное. На десятку обратно. Так, давайте ему кинем на 100. Если он такой у нас уверен, давайте ему скинем на 100. Ничья. Обратно ничья. Надеюсь, нашей не повезет. Да. Ей не повезло. Нашей Аленке не повезло. Ну, в принципе, ничего страшного, думаю, в этом нету. Так, ну что ж. Принимай. Я Алексу кинул. Давайте 91-й. Давай, Аленка, затащи, пожалуйста. Рыбка моя. Мы должны отбить свои деньги. 100%. Прям вот 100% должны отбить свои деньги. Ничья. Просто последний шанс. Ничья. Снова ничья. И наша Аленка все проиграла, в принципе. Но ничего страшного, думаю, все еще впереди. Не повезло нашей Аленке. Но думаю, у нее все будет еще хорошо. Ну что ж, думаю, на этом мы будем с Аленкой заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, все ссылочки будут в описании. С вами был я, Кирилл, и самая красивая девушка в области. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.